что, и мы на этом этапе столкнулись с магией Вахтина. С такими повреждениями. Это ладно. Очень я обижен, очень расстроен. Максимально плохое настроение сразу. Вообще, я не понимаю, что происходит. А, собака. Мы, получается, тренировались 6 лет. И ни разу не слетал ремень. Но сейчас, на прогреве он не слетел. Как только я встал на старт и поехал вторым номером, слетел ремень. Слетел собака ремень. Скажите, пожалуйста, как это работает? Не магия ли это? Вот просто взял и слетел. В момент того, когда начинается хит. Короче, мы проиграли. Техническая такая победа и технический проигрыш. Мы максимально грустные, максимально расстроены.